из вас знает, что такое любовь, как она выглядит, что она значит? Смотреть в глаза с замиранием сердца и не находить слов? Теряться и смущаться, словно подросток? Снова и снова открывать что-то друг в друге? Переживать минуты отчаяния, когда кажется, что ничего уже не вернуть? Все это любовь. Она у всех разная и в то же время удивительно схожа. Порой, найдя ее, горько жалеем, но прожить без нее уже не можем. История любви Наргиза и Фаниса весьма забавная. Они учились в одной школе, знали друг друга долгое время, но особого значения своему знакомству не придавали. Лишь спустя годы, будучи уже студентами, судьба решила свести их вместе. С Наргизой мы познакомились еще будучи учениками, познакомились в школе. Честно говоря, мы друг друга особо не замечали, просто привет-привет. Спустя уже много лет мы встретились с ним на концерте. Как-то так встретились, поздоровались, а потом начали общаться. Тогда я, наверное, и понял, что это тот человек, с которым я хочу быть и который меня очень заинтересовал, вдохновил. Наше первое свидание. Мы решили встретиться вечером, попить кофе, погулять. Я приехал за ней, мы с ней гуляли в парке, взяли кофе. И начали как-то так общаться. Дальше все закрутилось, завертелось, даже сами, наверное, того не ожидали. Как и многие влюбленные, ребята любят отмечать круглые даты. Их отношениям в этом году исполняется 2 года. Интересно, каково это, когда твой личный праздник совпадает с днем всех влюбленных? Наш предстоящий такой совместный праздник. В планах у меня есть купить путевки и полететь в Европу. Возможно, это будет чуть попозже, но сам подарок хочется преподнести именно такой. Решила сделать так, собрать, в общем, все наши воспоминания. Заказала альбом красивой ручной работы и решила, что туда приклею, вставлю все наши фотографии, чтобы это было так на долгую память, наверное. Такой запоминающийся подарок. В наш век всеобщей занятости в круговороте дел зачастую некогда уделить внимание своей второй половинке. Так давайте же хотя бы в такие дни, как сегодня, будем думать и говорить только о любви и любимых.